Этот участок, детская площадка и парковка были выставлены на продажу. Но пока ничего здесь не наблюдается, никакой активности. Люди гуляют. Это общественная территория, инфраструктура вот для двух домов Маяковского 7,9. На сайте Авито сейчас этот участок продают под строительство торгового комплекса. Но я бы никому не посоветовала его покупать. Здесь сомнительные какие-то схемы с землей.